Ну, звучит, кстати, по-олдскульному, да? Лупа, я... Мы на блок, сука, нам не глок. Мы на блок, сука, нам не глок. Я, это получается, ты идешь на блок. Ну, блок земли из Майнкрафта. И плюс у тебя, на тебе глок, он просто на твоей голове. То есть, ну вы представили данную ситуацию, да? Ебать, вот это смысл, нахуй. Это как у меня, блядь, ась туась, нахуй. Лед на лед. Ты че, ебанутый, блядь, какой лед, нахуй? Тебе лед, ты на потолок. Называй меня Володя и плати налог. Заберу твое, заберу до бича. И дан-дан, ран-дан-дан-дан. Ран-э-рон-дон-дон. Дон-дон-ру-ру-ру-рун. Восток, называй это банда. Нам не бандана, забрал твою даму. Она зовет меня странным. Rich flooded with them auto. Bitch flooded, huh? My baguettes. Man, man. That bitch sent her home. A fuck bitch. In a jet. AK-47, make them do the chicken head. Shot him in the stomach, but I hit him in the leg. Yeah. Slick wrist, bitch. Meet my skill. Got a couple hollows, I'ma go knock off his lip. Keeping off the H, he gon' shoot you in the face. Yeah. Keeping off the 30s for like 20 days. $2 million in jury. Wrist and let me fury. I been selling white girl in a corner like a prostitute. I been taking. Бля, охуенно. Get drugs from my grandma kitchen table. What? Ну, кстати, немного. Мне интересно, вот Lil Pump знает перевод этой хуйни? Просто если Lil Pump сказать, что Моргенштерн называет себя молодым тупаком, то, блять, по-моему, он охуеет, честно говоря. Это как было с Lil Zen'ом, который сказал, что у тупака песни неинтересные, скучные, и потом его захейтили, и с ним это теперь на всю жизнь. Ну, это прям за репутацию дало ему, потому что Тупак — это уважаемый рэпер, что крайне странно. Ну, диссонанс между, да, Морген и Тупак. То есть Тупак — это big boy, который rest in peace. Моргенштерн — это который small boy. И, к сожалению, не rest in peace. Осуждаю, блядь. Осуждаю, блядь. О май гад, на мне буди баб, что? О май гад, бэби, на мне буди баг. Что такое буди баг? О май гад, бэби, на мне буди баг. Кого? О май гад, бэби, на мне буди баг. Есть люрикс уже текст.